считайте, что это мой, как говорят, дом второй после родного дома. Кругом цветы, клумбы, ну просто радует глаз. Нам очень нравится отношение к отдыхающим, персонала. Все такие добрые, с чуткостью нам относятся, спрашивают, что вам не хватает, что вам, может быть, изменить. Точно. Путевка в другую вселенную, где нет тревог и стрессов современной жизни, где кружат голову шикарные пейзажи, ласкает слух шум леса, пение птиц, завораживает серебристая водная гладь, где здоровьем пропитан сам воздух, который можно и нужно вдохнуть полной грудью. Время в этом историческом месте, где Петр I строил свой флот на берегу Воронежского водохранилища, как будто останавливается. А источник здоровья в санатории имени Горького не иссякает никогда. История лечебно-оздоровительного комплекса, занимающая почти 15 гектаров, место с богатой историей, мощной энергетикой, особой целительной силой. Живописный уголок и настоящее украшение столицы Черноземья. При всем великолепии от природы, клинический санаторий имени Горького, лучший санаторий средней полосы, один из старейших в стране, это более 40 лет традиций и опыта. Более 80% врачей и медицинских сестер имеют высшую первую категорию. И те пациенты, которые побывали у нас один раз, стремятся еще и еще раз вернуться в санаторий, чтобы получить достойное, квалифицированное лечение. Эффективность лечения в санатории на протяжении многих лет остается на достаточно высоком уровне и составляет более 99%. К оздоровлению пациентов научный подход. На базе лечебницы функционирует кафедра физиотерапии и курортологии Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко. Работает собственная лаборатория. Многие аппараты – непозволительная роскошь для других лечебниц, но активно применяются для диагностики в санатории имени Горького. По профилям санатория – кардиологии, неврологии, эндокринологии, урологии, травматологии, ортопедии, профпатологии – в лечении используются более 400 методик, индивидуальный подход, современное лечебно-диагностическое оборудование. Разработаны и успешно применяются 8 специальных лечебных программ – климата, грязи, электро- и водолечения, мануальная, фото-, магнито-, лазеротерапия, лечебная физкультура, весь спектр оздоровительных процедур. А после ванны чувствуешь себя вообще замечательно. Хочется побегать, попрыгать, поиграть в волейбол. Как принимал процедуры, приходят силы, приходит задор, и хочется жить, и хочется сказать спасибо, спасибо, что нас так лечат. Санаторий имени Горького готов одновременно принять до 500 отдыхающих. К услугам гостей бюджетные номера и повышенной комфортности, вкусное и полезное питание по заказной системе. Тренажерный зал, бильярд, собственный пляж с зоной, оборудованной для людей с ограниченными возможностями. В Дубово-Ясеневом лесопарке предусмотрено несколько маршрутов Теренкура. Каждый, кто хоть раз побывал в одной из старейших здравниц страны, мечтает вернуться в санаторий имени Горького, потому что здесь сердце лечат сердцем.